Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, веселый клоун Юрыч, ребята, а сегодня со мной играет на Сокдоне, и это рубрика «Битва Ро» в GTA 5 онлайн. Какой-то Андрик. Итак, ребятушки, мы снова на деле, в общем-то, и сегодня постараемся найти и угнать хорошие дорогие тачки, и я не просто так выбрал этот район, потому что информатор позвонил мне ночью и сказал, что скоро пройдет, не знаю, какое-то соревнование или выставка типа Ламборгини, и типа все местные придурки погнали, короче, к Бенни тюниться, я поэтому подумал, а вдруг получится у Бенни угнать тачки? Так, ну давай с тобой сразу начнем. 5 минут, все, секундомер я поставил. Ребята, 5 минут до того, как приедет Коба, поэтому быстро. И сразу к Бенни. Ну, Бенни здесь я как родной. Ух, ёпта. Ёпта. Чё там? Охренеть. Так, там босс какой-то отчитывает кого-то. Тут одни ламбы внутри. Обалдеть. О, девчонки танцуют, серьезно? А? Ты думаешь, ты их беспалевно угонишь? Ну, я не говорю, что беспалевно, но что-то они на меня особо внимания как бы не обратили, и это пока радостно. Первая машина прямо у входа стояла, прикинь, там битком набита. Прям просто продохнуть негде. Понимаю. Так, ладно, это интересно. Это что-то невообразимое, если честно. Так, давайте попробуем заедем еще разок. Мне больше всего нравится мужик, который стоит что-то каким-то факелом махает. Такое ощущение, как будто они здесь бухущие все. Девчонки танцуют. Ну, может быть, вообще нормально, нет? Праздновать. Господи, у него по глазам видно, что он даже меня впритык не видит. Просто стоит с жезлом, махает. Чё? Во-во-во-во-во. Она это... Я просто сказал, что делать, и все, и напоили. Она стоит, и все. Кстати, возможно, maybe. Главное не упасть. Так, ладно. Я вроде пригнал еще одну машину. У тебя Мерси Киагера, кстати. Дорого, богато. Стой! Ты куда? Стой! Ты прям в нем и уехал? Или он сам? Не, он сам поехал. Понимаю. Так, ребят, давайте постараемся зайти внутрь. Там, кстати, девчонки прикольно танцевали. Но я думаю, что на байках мы все-таки внутрь заезжать не будем. А то заподозрить неладное. Ага, ну логично. Мне больше нравится. Слушай, что я тут тоже машину для твоей коллекции пригнал. Еще ламба? Слышишь, да? Да, еще одну ламбу, короче, забрал. Это нотбэт на самом деле. Так, хорош. Что? Золотой гелик по улице едет. Серьезно? Лови его. Да. Правда, смотри, чтобы тебя его потом заново не угнали. А то они любят. Ну, так, да. А у тебя Гелларда. На самом деле неплохо. Или что? У тебя Мурсилага, да, Гелларда у меня было. Окей, ну, пока что хабар хороший, но нужно избавляться от байков. И самое главное, на выезде на байке не наехать, ребята, а то взорвется так, что все проснутся, да, все увидят. Да, будет, бадабум-бадабум. Вот именно. Слушай, офигеть, я даже не думал, что у Бенни столько машин может поместиться внутри. Я думал, это читламба, меня обманули. Серьезно? А что там у тебя? Это, ну, это Ауди выглядит как щит, но это не щит. Серьезно? А, да, вижу. Ну, в целом, вроде неплохая, кстати, Ауди. Что-то с места так рычит. Ладно. Да, она вообще беззвучная у меня на самом деле, ну ладно. Ну, я озвучил, считай. А, будет такая. Спасибо, спасибо. Реально была бы игра, где машины озвучивают люди время. Да, это было максимально угарно бы, я думаю. Это Сан Андреасе, знаешь, короче, там же Сан Андреасе машины, которые вот едут, они, короче, типа, передачи бесконечные. Знаешь такую тему? Да. Ну, типа, они по звуку, типа, если ты едешь просто по одной прямой, даже если ты максималку разогнал, там такая, типа, звук двигателя, типа, что он... Постоянно, типа, да? Так, понял, как будто он, на взлет. Как будто переключает постоянно, да, там уже сотая передача, он дальше еще ебашит, ты понял? Понимаю. Короче, я заметил, там внутри, возле инструментов стоит какой-то бомж, понял? Он то ли пьяный, то ли что, но он стоит, шатается, прям бухущий, вообще в долину. Да. Это максимально прикольно. Ой, я что-то байки внутрь не заехал. Извините. Это знаешь, как домой, знаешь, тапки не снял, зашел, типа такой. Это владелец ламбы, когда ничего больше в жизни нет, кроме ламбы. Ну, мне кажется, как минимум еще бесплатный абонемент на дошике. Должен присутствовать. Так, слушай, я нашел первый чит, и, походу, единственный, который там был. Я тоже пригнал первый чит. Так, отлично. По времени... единственный. Слушай, по времени надо ускоряться. Все так, конечно, пока весело, хорошо, но... Надо ускоряться. Так, на байке есть нитро, это хорошо. Правда, работает оно не очень. Это плохо. Надо ускоряться, надо ускоряться. Надо, ребята. Да господи, теперь еще в байке застревать. Клоун, не делай такой ерунды. Слушай, у меня здесь стоит Винена и... Это Эва? Да, это Эва. Прикольненько. Эва хорошо. Эва хорошо. Так, спокуха. Блин, ну на самом деле не было крутых тачек, типа там исток и еще там каких-то читов. Воу-воу-воу!
Сиан, мне кажется, самая быстрая тачка, ну не считая вот этой Ламбы Эва. Офигительно резко. Да? Поворот влево, она такая влево, поворот вправо, она такая вправо, вообще такая шустрая, дерзкая, резкая. Так, окей. Резко-дерзко. Так, ладно, ребята, последний заезд. Я думаю, что, в принципе, Бенни не этот. О, ха, нифига я придумал. Прикольно. С байка на байк перепрыгнул сразу, считай, байк-то один стоит. А байка нету. Байка нету, все, закончили? Да, все, да, ладно, беру какой-то. Понимаю. Я вроде последнюю тачку угнал, все, отлично, ребята, по времени прям вообще понты. Больше болтали, а я, кстати, прям почти тетельку в петельку. Почти успел. Понаставил своих ведер, не проехать, не пройти. Все, сел. Сел, отлично. Так и ты тоже. Да, ну, согласен. Ламба же ведра. Так, слушай, на самом деле, чисто так смотришь, такой прям, ну, рай, блаженство, дорого-богато. Я выбираю путь тернистый. Лё. А, как ты умудрился врезаться в лестницу? Я буду королем дрифта, да. Так, ну, слушай, у тебя по тачкам-то тоже очень хорошо. Тут и Агера дорогая, и концеркара. Прикол в том, что у меня сейчас здесь Агера и Джеска. И Агера и Джеска в сумме вместе стоят как Уракан, как второй Уракан, как Гаярда, как Авентадор, и как, наверное, Центенарио. Вот как Сиан, не знаю. Центенарио 2,5 миллиама стоит, это ты загнул. Ну, а Джеска сколько стоит? Джеска 3, Агера где-то 2, может, 2,5 плюс-минус, как-то вот так они стоят. Да-да-да. Ну, слушай, ну по стоимости у меня самый дорогой Сиан 3, и где-то 2 или 2,5 Центенарио. Терза не знаю. Остальное, да, остальное на самом... Ну, да. А, Венена дорогая тоже за 3 ляма. Ну, короче, ребят, хабар на самом деле-то хороший. То есть у тебя и Майбахи, ну, в принципе, да, и Бентли есть. Поэтому напишите на скидочку цену, если знаете. Ну, а мы предлагаем протестить ламбы против всего подряд. Что будет интересно, то быстрее. Давай. Итак, ребята, дерби до двух побед. Я решил взять ламбу Авентадор и против меня... Что, это Мерс вроде? Давай, поехали. Да, это Майбах, да. Мы за Спартан, поэтому... Окей, Майбах... Да ты чё такой? Воробушек жирный. Ого! Разверни. Братан! Не-не, полетел. Летит пташка. Офигеть. Запад на восток, да-да, давай, нормально. Так. Самое тупое было, что я в тебя врезался и отлетел просто как в стену. Ну. Понимаю, вообще пушинка по сравнению с Майбахом. Джон Псина! Кстати, Майбах, я помню, да, он был тяжелый, но чтобы, блин. Да. Настолько хорошо, но это либо Метадор легкий, либо реально зацеп, и вообще масса у Майбаха прям лютейшая. Что ж, первый твой балл, погнали на следующую дисциплину. Итак, ребята, Ламба против Кёнигсега, это смертельные шашки, задача сделать круг с трафиком, вернуться и пересечь столб первым. Раз, два, три. Так, ну ладно, поехали. Медленненько, конечно, но уверенно. А Гера-то не сдается тоже? Не сворачивай Торетто! Так. Я выбираю путь тернистый! Ну окей. А, нихера, ты еще здесь, что ли? Братан! Серьезно? Братан! Офигеть, я притормозил, кстати, вовремя. А я тебя засейвил. Нихера ты! Кстати, так лететь и засейвить. Ты заснял это? Да, ты рядом со мной летел. Нормально, хорошо. Так, ладно. Мне понравилось. А мне что-то не особо, то, что меня как стоячего догнал. Что, на самом деле... Да ты что, дурак? Так. Я ехал, короче, с него, он в меня ехал. Засланный и гудел, казачок. Прикинь мне. Гудел. Ну, типа, би-би-би-би, куда едешь, прям мне в лоб едешь. Охереть, Гера просто выстреливает, смотрите, я догнать не могу. Ой, зараза. Да-да-да, попал удержал. Немного, но удержал. Прям лакер сегодня на Гере, Ванек. Ага. Сейчас первый бот и все. Я тебя просто по максималке не догоню. Бот! Блин, ты прикинь! Хочешь, я прикол скажу? Че? Я врезался в бот или в кого? Я отлетел в стенку вот так вот, то есть сюда вот, да? И я вернулся обратно и мог ехать дальше, но просто ты уже финишировал, ты прикинь? А, серьезно? Это, ну, это жесть, да, то есть такая прям лаки мамент. Ну, ну, тебе вообще везло слишком много на Агере. Лаки мамонт? Лаки мамент. Мамонт? Понимаю. Блин, на самом деле мне повезло, реально. Если бы ты не убрался, это, ну, 100% твоя победа была. Тут чуточку не повезло тебе в конце. Ладно, окей, 1-1, погнали на третий раунд. Давай. Итак, ребята, следующая дисциплина. Прыжки в длину. У нас здесь Эва против РС-очки и один баллон Нитро. Давай попробуем. Shift? Да, Shift. Кто дальше, кстати, интересно реально, потому что две тачки очень хорошо летают. Ну, по максималке плюс-минус. Ты чуть дальше, мне кажется, будешь? Ну, 820 где-то. 750. Ну, окей. Чё по легкости?
Слушай, а допустим, тот же 63-й гелик намного лучше и дальше летает. Прям смотри, казалось бы. Да, под одним нитр, да. Так у меня прикол в том, что листок летает дальше, чем вот эти машины под одним нитром. Да-да-да-да-да, я говорю, то есть они все по-разному. А я прям джбунь! Зазвенелся. А ты... Блин, рикошет так-то! О, нихера там вдали. Я рикошет от здания поймал. Короче, я, блин, хороший был рикошет, если был бы еще один, может быть, был бы дальше, но ладно. Неплохо все равно. Ну да, неплохо. Я, короче, вот сюда кто-то приземлился, он внутри дворика получается. Что ж, ладно, ребята, Эва оказалась чуточку дальше. В принципе, два чита с одним баллоном нитро, ну, как бы тоже интересно, потому что под двумя мы уже прыгали, а вот с одним еще не все тачки проверяли. Что ж, пошли на следующий раунд. Итак, ребята, у нас сейчас будет спринтец Джеска и Центенарио. Раз, два, три, поехали. А знаешь, что не выйдешь отсюда? Ух ты, жопа. Ну все, это война. Я тебя предупредил. Я тебя предупредил заранее, что не выйдешь. Это у меня... Что это я как-то поехал странно? Да, я вот думаю, ты пиганул или там где-то остался сзади. Ух ты, жопа, на тебе. Я с тобой уехался даже. Два, тут выезд есть. А я притормозил, кстати. Ну это было прикольно, хорошо. Ну да. По ЖД путям добрались. Блин, машина вообще говно, она не поворачивает. Ну, что-то я вижу, да. У тебя там были, мне кажется, машины-то получше. Да ты конченый! Возможно. Копов много. И такие тоже найдутся по любасу. Я думал, ты на свой счет принял. Нет. Короче, прикинь, здесь... что это я? Это же мы с тобой снимали, да, точно. Ну ладно. Что? Как я чуть вертолет не сбил. Я хотел рассказать, типа, как я с Димоном снимал, а потом понял, что я с тобой снимал. Ладно, Димон, расскажешь потом. Точно, вот тема для разговора появится. Так, ладно, главное не это, чтобы зубы нам не заговаривали. Нихера себе, Лаки! У меня Центенарио за счет того, что низкая, на меня только что вылетели эти сватовцы на своем этом, как всегда. Крузаке, грубо говоря. И они от меня отлетели, понял, как с трамплина. Нормально. А так бы впечатала, будь другая машина, мама, не горюй, повезло. Что-то ты отстал сильно, ты где-то на Вайноде, да? Да, да, но у меня машина, много? На самом деле, повороты просто ужаснейшие, вот я такого не ожидал, на самом деле. Джеска по скорости вроде хороша, вот в управляемости, да, но такая, среднячок со скрипом. Центенарио, полис, цепи, в принципе, сблокированная тачка, не сказал бы, что прям супер быстрая, но едет, зато и управляется. Ой... Понятно. Чё там у тебя? Рассказывай. Да я вредался опять. Понимаю. Так, поворотики, поворотики. Поверните вашу голову направо. Не хочу. А ты как здесь? А зря. А ты чё, с нитро так прыгнул, типа? Или тебе надоело мучиться уже? Да я, не, я просто вылетел с трассы и решил, ну ладно. Ну ты нормально так-то выбрал. Нажму-ка я газку. Да. Прям, как говорится, достойненько летел. Ну да, ребят, понятно, что балл мой. Я думал, на самом деле, Джеска может на прямых догонить, но... Мне кажется, не. Ну, здесь прямых просто маловато. Ну да, кстати, да, дорога такая, еще тут лес вырос. Как бы тоже такое себе малоприятное времяпровождение кататься по нему. Так, ладно. И бумс! Почему получилось с внедорожником, но не получилось, допустим, с низкими тачками подкинуть их? Было бы же прям вообще имба-имбуще. Вопрос. Воу-воу-воу, просто по душу летят. Что ж, ребята, да, изи бал. Нифига ты летаешь на самом деле. Там сколько нитров прожал, чтобы улететь так... все, до свидания. Я решил искупнуться. Ладно, ребята, бал за мной, давайте не будем уже мучиться дальше и отправимся на следующее испытание. Давай, кстати, по воде. Не тонет. Вернее, не едет. Итак, ребята, у нас прыжок веры. Здесь Audi против Сиадна. И, короче, мы решили прокачать все-таки Audi до состояния чита, да, дабы было интересней. Ёшки котики, я как-то сальтуху сделал. Братанчик, мы с тобой вместе делаем сальтухи. И чпонь. Ну ты как бы неплохо так. Всячески пытался. Ты знаешь ситуации, когда твой друг идиот. Примерно так это и выглядело, согласен. Ёпта! Просто во второй ветряк. А ты чуть дальше, да, тоже цепанул, но чуть больше повезло. Цепанул, ну да. Короче, плохая идея была ставить тебе чит. Вообще, я потом думаю. Ладно, ребята, Сиан проиграл, но прыжок был первый довольно-таки интересный. Погнали на следующую дисциплину. Итак, ребята, у нас тут сейчас будет драка рейсинг Гелларда против... Чё это? Порт? Импреза. Импреза? Раз, два, три. Чё? Нифига себе с места. Я, конечно, знаю, что на самом деле-то импреза хорошая тачка.
У меня сидушек нету в салоне. Понимаю. Ты еще и быстрее, чего? Успею тебя обогнать. Слушайте, ладно, мать твою. Успею, да. 270. А, ну нет, 251 потолок. Охренеть! Нормально. Ведро впереди. 252, 253. У тебя в конце было сколько? А, 280. Понимаю. Да, ребята, нормально. Вот это поворот. Ну, на самом деле, машина очень хорошая, у нее зацеп такой довольно-таки царский, поэтому окей, твой балл, но я думал, что Гелардо поедет получше. Итак, ребята, съезд горы Чили прямо в дырдочку. Давайте проведем последнее испытание на сегодня, ну и попробуем. Здесь Винена против Bentley Expo вроде как. Раз, два, три. Ну, Винена неплохо стартанула. И на камень сел. Не хотел я так. Не, ну хорошо, конечно, когда от работы отлыниваешь, но... Место неподходящее. Почки отморозить не очень хотелось бы. Ну это да. Ты на почках не сиди. Спасибо, братан. Спасибо за совет. Ёшкин кот, нихера себе отрикошетил. Так, понимаю. Сейчас одна березка сказала тебе спасибо. Ёпта, второй раз отрикошетил, не надо, что с тобой? Я прям... А, она не переворачивается. Я, короче, прям в дерево врезаюсь, она, считай, широкая, я дерево прям в сторону так... А, нормально. Ёптыщ. Слушай, на самом деле, я на Бентли довольно-таки неплохо ехал бы, если бы я приехал бы быстрее тебя. Ну, так-то да, медленно, наверное, чилил. Но на самом деле, Винена на удивление удивила. Да, машина хорошая, но она слишком широкая, как бы. На удивление удивило. Ну да, так и есть. Тавтология, но факт фактом. Что ж, окей, ребят, вот такая серия сегодня у нас получилась. Че, факт фактом тоже нормально, я специально сказал. Тавтология, факт фактом. Я специально сказал. Что ж, ребята, вот такая серия. Удивило, факт фактом. Факт факт. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями. Ссылочка на плейлист в описании. Всем спасибо, увидимся в следующих сериях. Возможно, пока.